В Сургутском районе стали чаще жениться. Количество свадеб за первое полугодие выросло на 90 по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. С января по июнь в муниципалитете заключили 319 союзов. Сотрудники отдела ЗАГС связывают рост со смягчением коронавирусных ограничений. В прошлом году проведение церемоний приостанавливали с апреля по май. Выдавали только свидетельства о рождении и смерти. Естественный прирост населения в Сургутском районе за первое полугодие 2021-го составил 460 человек. Число новорожденных по сравнению с прошлым годом снизилось на 16. Самыми популярными именами для мальчиков стали Максим, Александр, Артем, Алексей и Дмитрий. Для девочек София, Александра, Полина и Олеся. Редкими стали такие ранее распространенные имена, как Игорь, Виктор, Федор, Сергей. Вот эти имена были в первом полугодии этого года единичными в районе. У девочек такими единичными именами стали Раиса, Вера, Татьяна, Елена. Родители присваивали своим новорожденным и необычные имена. Мальчиков называли Стефан, Матфей, Оскар, Лео. А девочек Евангелина, Роксолана, Миланья, Ранель, Лея, Тея, Николь, Оливия.